Попал Готик на А что испугался? Ну нет, не сажал. Мама начинает писаться. На грани жизни и смерти их мама Елена Николаева оказалась сразу после рождения сыновей. Вся беременность протекала без осложнений, и малыши появились на свет здоровыми. А вот состояние мамы с каждым днем становилось все хуже. По словам родных Елены, врачи объясняли это реакцией на наркоз. Однако через 3 дня женщина попала в реанимацию. Там в течение 2 недель она перенесла 8 операций. Состояние Лены улучшилось, но из ее легких ежедневно откачивали до 1,5 литра жидкости. Отделения пульмонологии в Пирогово нет, поэтому женщину перевели в больницу Середавина. Там она и скончалась во время очередного диализа. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Проверка доказала, что Елена умерла из-за недобросовестного исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Это и стало основанием для заведения уголовного дела. На данный момент назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также будут допрошены медицинские работники, как больница Пирогова, куда первоначально поступила женщина, где она родила тройню, так и больница Середавина, где наступила ее смерть. Пока подозреваемые не установлены. Теперь следователям первого отдела по особо важным делам предстоит выяснить, кто именно из врачей виновен в смерти Елены Николаевой. В данный момент ничего мы не ожидаем, пока только на стадии начинается расследование. Следователь пригласил один раз, мне опрос сделал. Завтра приглашает второй раз на опрос. Надеемся, чтобы было расследование объективное. Семье Николаевых растить 3 сыновей помогает буквально всем миром. Никто без внимания не оставил нашу семью. Помогают, как могут. Вот до сих пор питание несут, одежду несут. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и 2 нянь, что, конечно, затратно. Помочь семье можно, отправив средства на счет, который вы видите на экране. Валерия Макарова, Константин Головин. События.